К другим событиям. Скандал в Актюбинском юридическом институте. Дуэль между будущими юристами чуть не закончилась плачевно. Конфликт между курсантами перерос в стрельбу. Предполагается, что в минувшие праздники, перепрыгнув через забор на территорию института, ворвались несколько человек. Возникла драка. Один из нападавших достал обрез охотничьего ружья. Двое студентов попытались убежать и получили ранения в спины. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Врачи характеризуют их состояние как стабильное. Нападавших задержали по горячим следам. И, как выяснилось, все они также курсанты этого юридического института. Есть такая версия, что якобы там жиршильдык маселес. То есть... Южные регионы и западные регионы якобы между собой. Деген сияқты сондай бір не болды. А бірақ енді ол пока не подтверждается.